20 человек со всех уголков России прошли суровый конкурсный отбор для того, чтобы принять участие в главном приключении своей жизни – двухнедельном плавании на знаменитом барке «Крузенштерн». Сейчас они на Тенерифе, Канарские острова, и не представляют, что ждет их впереди. Буквально секунду назад узнали, что карты для покера у нас есть, будут на борту карты для покера. Юлия, покерный турнир организуем? All Stars? Будем с капитаном на корабль играть. Давай, до свидания. Меня зовут Александр Пирог, мне 29 лет, я родом из Воронежа. У меня есть в Воронеже небольшой музыкальный бизнес, я сочиняю песни. На парк «Крузенштерн» я хочу попасть для того, чтобы узнать, каков я вообще буду в море, и хочу получить новую энергию для написания новых песен. Меня зовут Чечерин Юрий, мне 35 лет, я работаю менеджером. Самое интересное для меня в этой поездке – это встреча с этим парусником, посмотреть, как это все управляется, как это работает. Потому что как работает сейчас, я представляю, но как это работает с парусами, как раньше, столько мачт, хочу увидеть. Я вот первый, кто на корабль зайду, сразу пойду к капитану, спрашивает, можно ли с борта приехать. А вдруг разрешит? Меня зовут Владимир Друганов, мне 21 год, я тренер. На «Крузенштерн» еду за тем, чтобы воплотить свою детскую мечту. А еще классно, что там были такие морские гады. Да, да. Дельфины, например. Нет, дельфинов хотелось бы увидеть. Да, да, да. Особенно если ставят такую, было бы вообще красиво. Они действительно не понимают, что уже завтра зайдут на борт настоящего морского судна. А это ежедневная побудка, обязательная утренняя зарядка, несение морских вахт и строгая дисциплина. Выдержат ли это наши герои, покажет время.